и в огонь, и в воду. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, от кого в чрезвычайной ситуации зависит наше здоровье и даже жизнь. Михаил Игнатьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя. Валерий Филиппов в прошлом прокурор. Сейчас все свое свободное время отдает обучению основам безопасности. Многих несчастных случаев удалось бы избежать, если бы граждане знали элементарные правила поведения на воде. Сегодня ветеран правоохранительных органов возродил республиканское отделение известной организации. Мне надоело, как-то жалко стало людей, детей, которые погибают на воде. Поэтому эту организацию возродил, а в настоящее время у нас Чувашская республиканская организация «ВОЗВОД» в России в числе первых. Сегодня представители героической профессии получили в награду за свой нелегкий труд почетные грамоты, медали и благодарности. Троим присвоили звание прапорщик внутренней службы. Вначале же я хочу от всего сердца поздравить вас с Днем спасателя. Выражаю слова искренней признательности вам, мужественным, смелым и отважным людям, чья профессия одна из самых сложных и ответственных. И какие бы чрезвычайные ситуации не происходили, не случались на Чувашской земле, люди с бедой один на один не оставались. Особо признателен глава республики тем, кто бросил вызов непогоде и устранил последствия октябрьского ледяного дождя в рекордно короткие сроки. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.